Ваше отечество. Владимир, поздравляю вас от всей души. Приветствую вас сердечно, благодарю. Спасибо. Благодарю. Ваше отечество, ну, сегодня годовщина вашей интронизации. От всей души вас поздравляю с этим светлым праздником. Спасибо большое. Время сейчас непростое. Вы, Русская Православная Церковь, делаете все, чтобы люди в такое непростое время имели веру, надежду и, конечно же, утверждаете высшие ценности, такие как любовь, милосердие, сострадание. Хотел также сказать несколько слов о том, что вы и Русская Православная Церковь делают очень много для восстановления исторических памятников культуры. И еще раз позвольте вам пожелать всего самого доброго, здоровья, удачи и долголетия и патриаршего служения для всех нас. Благодарю вас сердечно, Михаил Владимирович. Хотел бы со своей стороны поблагодарить вас и ваше правительство за очень высокий уровень взаимодействия с Русской Православной Церковью. По всем тем направлениям, которые вы сказали, еще по многим другим, осуществляются в связи рабочие, деловые, с ведомственными, правительственными. Но это дает возможность, конечно, Русской Церкви во взаимодействии с представителями власти и с другими институтами, в том числе гражданского общества, но делать все то, что мы сегодня делаем. А делаем с единственной целью, чтобы лучше становилось и на сердце современного человека, и в уме его, и чтобы крепость физического здравия присутствовала. Вот если ум и душа, и тело, все это будет в гармонии, то это и будет синонимом человеческого счастья. Поэтому мы работаем как бы ради одной цели, но немножко на разных полях, но, к счастью, эти поля творчески пересекаются. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо, Михаил Владимирович.